Сьогодні ми будемо говорити про таку важливу тему, як про наше обличчя, як за ним доглядати. І зараз ми вам про це розкажемо. А хто до нас завітав? А до нас завітала ранкова гостя, яка 100% є експерткою в цій темі. Мені так подобається, знаєте, що Лесь каже, поговоримо про цю важливу тему. Він контролює наші посмішки, наші обличчя, і щоб не з'являлися від них зморшки. А як правильно їх позбавлятися, що з ними робити, розкаже сьогодні Юлія Гіріна, експертка в косметології. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброе утро. Так цікаво, знаєте, що все ж таки на сьогоднішній день Олесь каже, от, треба розуміти, треба розібратися. І я розумію, що як дівчині мені треба розуміти, треба розібратися. А чи популярно зараз не тільки серед дівчат, а ще й серед чоловіків догляд за своїм обличчям? О, да, конечно. На сьогоднішній день мужчинам, наверное, 60% уже в косметології уделяют себе внимание и уход за кожей. Ну, потому что мы ничем не отличаемся. И женщины, и мужчины. У нас кожа одинаковая, и мы также хотим выглядеть красиво и ухоженно. А де цей стандарт? Трішки красивіше сама, буде і нормально. Ні, це вже стандарти тих прошлих віків. Так, Олесь, а якщо подивитися на його шкіру, чи потрібно йому робити фейсбілдинг? О, фейсбілдинг – моя любима тема. Так? Да, це дуже цікава тема на сьогоднішній день. Чому? Тому що займаються фейсбілдингом всі ті, хто не знає анатомії. Анатомію у нас не знає практично ніхто. Что такое фейсбилдинг, да? Это подкачать мышцы, да, на теле. А зачем их качать на лице? Ну так. Вопрос у меня сразу. Зачем? Чтобы оно обвисало, правильно? Чтобы, да, чтобы оно еще больше свисало вниз. А-а-а. Еще больше? Ну, конечно же. А давайте зараз так, стоп, я чуть-чуть запутався. Ми робимо фейсбилдинг для того, щоб воно більше звисало? Конечно. А что вы качаете? В цілому, в м'язи. Ми просто, дивіться, окей, розбираємося таким чином. Фейсбілдинг – це процедура, яка допомагає якби підтягувати обличчя. Так думаємо ми всі. Вот, в этом і самая основная ошибка всіх. Ми качаємо для того, щоб наростити мишці, але не підтягнути. А чому тоді це так стало популярно і всі почали цим займатися? Ну, тому що ніхто, мабуть, не углублявся в цю тему. Ага. А давайте тоді розберемося. А ось масаж, якщо роблять, це можна якось в домашніх умовах підтримати своє обличчя? Це не фейсбілдинг, а це ж масаж. Або взагалі чим можна підтягнути шкіру на обличчі? Да, конечно. Смотрите, що таке масаж? Масаж – це, в першу чергу, розслаблення. Угу. І у нас лицо підтягується, коли ми, що робимо, коли ми розслабляємося. Самая популярна процедура в світі, яка? Ботокс. Угу. Что делает? Расслабляет мышцы. Вот, расскажу из практики. Приходит ко мне моя пациентка, девочка, и говорит: Юль, я вот купила курс фейсбилдинга. Говорю, да, смотрю на твою шею, на твои брыли и понимаю, крутой курс. Она говорит, вот это делаю упражнение, а, о, у, там как-то оттягиваю, напрягаю. Говорю, красиво накачала шею. И объясняю ей, смотри, шея – это мышца, это платизма, это одна единственная мышца. Когда мы ее накачиваем, сразу есть что? Кожа. А кожа у нас самое основное, то, что прикрывает мышцу. Ну, мышцу-то мы подкачали, ну, кожу как гармошку собрали. Угу. Подкачал мышцы, мы их оттягиваем, потому что у нас основные мышцы оттягивают. И что у нас в результате получается? Таня. Конечно. И потом приходят и говорят, я же все делала правильно. Тобто, коли качаємо м'язи, таким чином ми розтягуємо шкіри і взагалі не покращуємо себе. Правильно. Очень правильно. Тоді виникає наступне запитання. Для чого це все робити? Для чого ну, я така думаю, просто, це просто рутура? Навіть ось ці, знаєте, коли там показують масаж гуаша там, чи чимось це раз. Це немножко різні речі. Ага, от давайте тоді розберемося. Фейсбілдинг, що це конкретніше? Можемо так от прям по полицях, можливо, якось навіть показати? Я би запитав сенс тоді фейсбілдингу, якщо ну, все одно робить так, що м'язи, то шкіра обвисає. Давайте повернемося одразу до анатомії. Я немножко розкажу. У нас є на кожі що? Мышцы, у нас есть жировые пакеты, у нас есть непосредственно сама кожа, которая состоит из трех слоев. Это эпидермис, дерма, гиподерма. Каждый из этого слоя отвечает за свои функции. Самая основная функция кожи – это защитная
защищает от внешней среды, да? И лицо у нас – это та зона, которая не защищена от внешнего воздействия. Если тело мы носим одежду, мы защищаем, то лицо мы можем защитить как? Крем? Защита, да, это в основном это крема, защитные крема по типу кожи. Маска. Ну, там, соответственно, маска – это для улучшения уже. Да, кстати, если на сегодняшний день, то да, мы защищаем это маской. Вот, и вернемся к теме. Фейсбилдинг непосредственно связан у нас с мышечной тканью. Мышцы на лице, если посмотреть даже саму анатомию, мы, медики, ездим на кадавр-курсы. Это такие курсы, когда мы на материале сепарируем и смотрим на биоматериале. Мышцы там такие тоненькие, они прям 1 миллиметр сами по себе. Как их можно накачать? У нас вся мимика в лице связана с нервным напряжением. До того, что мы уже разговариваем каждый день, этого уже достаточно. Нам наоборот нужно расслаблять, но не накачивать. Ого. Тобто у нас з Ангеліною, через те, що ми розмовляємо багато. Дуже багато, максимально багато. Вам потрібно ходити на масаж і розслаблятися. Да. Ага, тобто. Після ефіру ми їдемо на масаж. Ти платиш, желательно ко мне. Попередив мене. А тобто фейсбілдингом ми не займаємося, а ми маємо навпаки розслабляти нашу шкіру. Розслаблення шкіри? Ні. Не шкіру, а м'язи лиця. М'язи. Я вже трішечки в'їжджаю. Вже курс, шариш. Так. Питання, які м'язи можна качати, які не можна качати на лиці. Смотрите, є мишці елеватори, є мишці депресори, да? Но мишці... Де вони знаходяться, щоб ви собі розуміли, бо ми не стильно в анатомії, ні. Я вам скажу так, что не нужно качать мышцы на лице, потому что когда мы улыбаемся, да, мы сокращаем мышцы, и у нас формируются гусиные лапки, да, как называются, вокруг глаз. Когда мы улыбаемся, у нас формируются носогубные складочки, да, вокруг рта. Когда мы удивляемся, у нас, соответственно, формируются на лбу морщинки. Это самые основные мышцы, которые нам нужно расслаблять. Ну и, конечно, когда мы напрягаем шею, когда мы качаемся в спортзале, соответственно, идет напряжение тоже на лицо. И, соответственно, у нас тогда напрягается платизма. Это мышца шеи. Соответственно, она оттягивает, она у нас крепится вот здесь. И вот эти брыльки, которые у нас с возрастом появляются, они оттягиваются. Поэтому их тоже нужно расслаблять. Як їх можна розслабити в домашніх умовах, якось самим собі не посміхатися, чи що треба робити? Ні, це ж фізіологія, і потрібно приймати себе таким, який ти є, і взрослеть. Нужно просто обращати увагу на саме качество кожи, ухаживать за кожей. Ну і, соответственно, це розслаблення. Чому я зробила собі бренд именно косметологія, спа-терапія? Я хочу об'єднати ці два направление, чтобы люди умели расслабляться и, соответственно, и ухаживать за собой правильно. От у мене, наприклад, мімічні зморшки за те, що я постійно сміюся. Потому что я веселый человек. Ось тут у мене, ось тут на камеру, щоб було краще видно, йдуть зморшки, мені постійно, типу, не смійся, не морщим. Абсолютно ні. Чи можемо їх прибрати без всяких там ботексів, без уколів? Не можна? Ні. Так хай буде. А як оці масажі, наприклад, якщо в домашніх умовах, знаєте, там я бачу, так ось роблять так пальчиками, ручками, ось тими гуаша, там, чи ще чимось валіками. Да, смотрите, масажі у нас є. Я бы даже назвала трех видов, да? Это скребок гуаша, когда мы пытаемся прогнать лимфу. Он больше у нас идет на лимфоток. А лимфоток, он чему как бы сприяет, что он делает? Выводит жидкость с тканей. Ага, зайву. Да, лишняя жидкость ткани он выводит, улучшает трофику, улучшает кровообращение. За счет чего наша кожа питается? Либо мы что-то даем снаружи, либо же с продуктами питания, которые приходят к нам из, с продуктами питания, то, что мы кушаем, основное. Вот, массажем, скребком гуаша мы улучшаем кровообращение, да, когда приходят все продукты, все полезные вещества у нас в кожу приходят с током крови. Кровь к нам приносит клеткам, можно так сказать, еду и кормит наши клетки. Поэтому все
вот эти механизмы, которые мы делаем, там, неважно, вакуум, руками, скребком гуаша, мы делаем единственное, мы расслабляем спазмированную мышцу и улучшаем трофику, и этим улучшаем кровообращение. С током крови приходят полезные вещества, которые, ну, можно так сказать, кормят нашу кожу. Угу. А хтось каже, що гуаша – це шкідливо, що вона якось розтягує шкіру і... Ну, в руках непрофесіонала все шкідливо. Ага. А ви ще сказали, що є ще два види. Да, це ручне, і це може бути навіть вакуумний масаж. А от ручний можна якось самому зробити? Звісно. А як? Як? Це елементарний набор технік по масажним лініям. А ми можемо зараз глядачам, можливо, елементарно щось показати для шиї, можливо, якось для... Для лиця. Для моїх зморшок, так. Щось елементарне, щоб кожен зміг зараз біля екрану спробувати. Так, звісно. Смотрите, всі наші движення, вони направлені знизу вверх. Саме основне утром – це добре очистити кожу. Это умыться по типу кожи. Это может у нас быть либо молочко, либо пенка, либо гель. Если жирная кожа, мы умываемся, конечно, гелем. Если у нас кожа сухая, конечно же, молочком. Это обязательно. А это для человеков? Конечно. Да. Ну, тип кожи. А ты думала, что? Пенку и гель себе купишь, понял? Вот, это основное. После этого протонизировать кожу тоником. Они тоже есть разные. Есть для чувствительной кожи, есть для комбинированной кожи. Есть по состоянию кожи. После этого самое интересное – это мы наносим массажные средства. Что такое массажные средства у нас, да? Я поки стежу, знаєте, ви розмовляєте, для мене, типу, відкривається дверка, і ти бачиш нічого, ось темноту. Я тобі скажу, що для мене зараз це такі самі відкриття, але записуємо. Вот. И после этого мы берем массажные средства. Самое основное – это подобрать качественное масло. Почему? Чтобы оно не закупоривало кожу. Почему говорят, я пойду в масс-маркет куплю. А может это какое-то техническое масло, да? Почему в косметологии говорят, ну там у вас же подороже, да? Вот часто такая фраза звучит. Качество масла должно быть хорошее. Это основное. Не об этом сейчас, о массаже. Что мы делаем? Мы берем масло на ручки, да, хорошо смазываем. И, соответственно, мы делаем... Идем все движения вверх. Массажные линии, да. Просто пальчиком? Проглаживая, да. Очень нежно, мягко мы это все проглаживаем, поднимаем вверх. Правильно, у вас уже получается. И борода не заважает, ні? У мене, знаєте, відчуття, що коли проти шерсті гладиш собаку, їй не сильно подобається. Відповідно, зараз відчуття таке в мене. Я стою і такий, знаєш, зараз не м'явкати не буду, не муркати, тому що не сильно приємно. А я чула, що кажуть, навпаки, треба донизу, бо не наче ти сюди як заганяєш. Чого? От не знаю, давайте спростовувати міфи. Ми зараз будемо далі йти. Ага, все. Дальше у нас идут массажные линии. Да, вы можете вот так сделать, да, в стороны. Ему подобается. А и когда это еще кто-то делает, это намного приятнее. А когда это делает человек еще с хорошей энергией, это еще приятнее. Вот. Следующие массажные линии – это от середины подбородка к углам нижней челюсти. Мы руками аккуратно проходим. Желательно, да? Следующая массажная линия у нас от уголков рта до мочки уха. Опять мы проходим, да? Да, прорабатываем, идем. Следующая массажная линия... Скидки визит работы хотя бы по три раза. Ага. Да. Угу. Следующая массажная линия от крыла носа до козелка. Да, до середины ушка. Это у нас козелок. Как раз по контуру бороды, понял? А, да? Ага. Вот. Я в следующий раз, когда я буду бритись, так и сделаю. Вот. И следующее, мы под глазками работаем. Под глазками мы работаем как? В основном мы работаем сверху и с внешнего края к внутреннему. Почему? Потому что у нас так идет лимфоотток. Тут просто так пальчиком теж, да? Да, мы аккуратненько, лучше тем пальчиком, который самый неактивный, это у нас, не знаю, как называется, но он вот этот. Безымянный. Наверное. Без имени. Да, вот самое важное. Лоб мы проглаживаем вверх, вверх, и мы можем также противостоять линиям мимическим, то есть их разглаживая. А так мы не будем шкиру работать, знаете, типа... Растягивать по маслу нет. Ага. Нет.
Многие говорят, что там шкрипком гуаша мы растягиваем, да, если мы ложим основу и мягко мы не тянем кожу, а мягко мы ее, скажем так, прожимаем, да, угу. как выжимаем, но скользим по ней очень нежно, мягко, то тогда мы просто работаем на внутренние, на лимфатические сосуды, на кровеносные сосуды, но мы не работаем на кожу, мы не тянем ее. Это как бы у нас первый этап поглаживания в массаже. Да, а есть еще и второй этап. То же самое, но только щипковыми движениями. Мы проходим по шею вверх, мы проходим вот так, мы проходим вот так. Это поприятнее, да. А я бы еще кто-то сделал? Я тебя поняла. Вот. Если у нас есть горизонтальные морщинки, то мы их немножко как бы щипковыми движениями прорабатываем вертикально, если они у нас горизонтальные. Если они у нас горизонтальные, то мы ставим ручки и прорабатываем их вертикально. Этому всему очень легко научиться, и уделяя буквально себе 15 минут в течение месяца, результат вы увидите намного лучше. Каждого дня? Каждый день. Ага. Утром, когда мы просыпаемся, мы идем умываемся, мы делаем такой утренний ритуал, и, соответственно, это хороший результат. А зранку, наприклад, коли ми прокидаємося о 6-й, о 5-й і розуміємо, що в нас часу не завжди вистачає, можна таке перенести на вечір та на обід? Це я би сказала лентяйство. Поняв. А ти кажеш не лентяйство. А я теж проспала і розумію, що мені треба змінювати графік. Саме основне – це здоровий сон. Да, це дуже немаловажно. А от процес, ми сказали, що треба масажне масло, щоб зробити масаж. А після цього треба якось шкіру зафіксувати, зняти, чимось намастити? Звісно. Ми ж тільки масаж поговорили. Це третій етап. Переходимо далі. Так ще, да, так, ще у нас і тіло, і волоси, і 15 минут буде недостатньо. Поки всі обряди зранку зробили, вже вечір. Тому, що ми робимо? Ми тоніком знімаємо остатки масла. Нейтрализуем, потому что тоник у нас как и нейтрализатор работает. Нейтрализовали, сняли остатки масла и наносим. Ну, там дальше по типу кожи мы наносим либо сыворотку и защитный крем, крем под глаза обязательно. Я очень люблю и рекомендую всем обязательно защитный бальзам для губ. Это как крем для лица, также бальзам для губ. Ну и, соответственно, кто любит декоративную косметику, может наносить на себя декоративную косметику. Только декоративную косметику нужно вечером обязательно ну, смивати дополнительним средством. Ага, слухайте, стільки тонко, що ну, тобі не багато легше, бо у вас завжди у чоловіків все легше. А от у дівчат... У мене прикривається, бачиш, що це такі шар є. Якщо тут почне звісати, я тако просто перестану ось тут бритися, ось тако буде, і буде прекрасно. Тут я все прикрив, лишається ось тут. І вже не 15 хвилин, а 5, правильно? На процедури. А скажіть, будь ласка, які ще найпопулярніші помилки, які допускають люди під час догляду за своїм обличчям? Ось ми зрозуміли, фейсбілдінг – це проблема. Не качаємо мишці на лице. Це ми відкладаємо на ніколи, правильно? Так, от я серйозно скажу, от єдинственне. Ні, ну я не буду робити якби пропаганди, тому що у косметолога завжди буде робота, і у докторів буде робота, але є що розслабляти, як говориться, і без напряження. Вот. Самая большая распространенная ошибка, с которой я встречаюсь в своей практике, это неправильный уход. Это самое основное, когда человек сам себе придумал, что у него жирная кожа. Но это иногда просто состояние. Души? Вот. Души, состояние, ну это серьезно, может быть и даже души. Вот, поэтому что мы делаем? Мы покупаем средство, сами себе его назначаем и пользуемся. И вместо того, чтобы защитить качество кожи, мы его нарушаем. Когда оно нарушается, кожа у нас очень интересный защитный орган. Он может, скажем так, существовать и без нас, да? Ну, как образно говоря, мы же сами люди сначала делаем экологию не сильно хорошую, а потом все исправляем. Вот таким образом. Поэтому давайте не нарушать, а давайте просто правильно за собой смотреть и наблюдать. Если есть какие-то шелушения на коже, то мы обращаемся к кому? К дерматологу, косметологу. Если у нас есть какие-то высыпания, то мы идем к специалистам, да, и смотрим, почему и что изменилось, что вызвало такие состояния. Не придумывать себе самим. Чем я могу, ну, не заниматься самолечением,
соответственно, не заниматься самоуходами. Круто. Ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо за те, що ви зруйнували міф про те, що фейсбілдинг – це є корисно. Не дарма я це слово, коли читав, перепитував, як воно правильно читається, як брозд-затор, з те, що ви говорили. Але щойно ми дізналися, що потрібно робити, як доглядати за своїм обличчям, вправи, масажі. 15 хвилин, і все буде чудово з вашим обличчям. І класно, що ми зламали міф про те, що чоловікам це не потрібно. Чоловікам теж потрібно. Бачиш, вас рятує трішки борода. Юлія, ми вам дякуємо. Сподіваємося, що тепер всі будуть точно знати, як правильно доглядати за своїм обличчям, будуть більше вам приділяти уваги. Дякуємо усім за перегляд цього корисного відео. Сподіваємося, що надалі будемо вас дивувати. А ви будьте нашими друзями і нічого не пропускайте. Але для цього вам потрібно просто поставити вподобаєчку, підписатися і поставити дзвіночок, щоб не пропускати всю корисну інформацію, яку ми для вас готуємо.